každá regie mají vragy, ale ne z Čechy. Taká to poklonica tam mě písala, že to já zaviduju. To oni všichni tak píšu, že to člověk zaviduje. Когда я написала, что это нет нормально, когда у Шатунова были дорогие подарки от богатых поклонниц, что у мужчины нужно быть цти. А когда у человека дорогие подарки от богатых людей, а у мужчины от богатых женщин, но то он как проститут потом. Ведет себя как проститут. Это нет нормально. Когда бы это сделала женщина, вы бы сказали, что она проститутка. Когда это сделает Шатунов, но вы скажете, красавчик Шатунов, все в порядке. Нет, это нет в порядке. Это никогда не будет в порядке. Потому он женился, потому что Светлана была богата, богатая женщина. И он хотел поклониться. Нет, чтобы он не хотел. Он хотел богатые поклонницы, которые подарили бы ему дорогие машины, дорогие подарки. Такой был Шатунов. И когда он был болен, он сделал концерты. Жадость его убила. Когда он бы так не любил деньги, он был бы жив сегодня. То я вам скажу. И чтобы так сказали, нет ничего завидовать человеку, у которого нет цти. А если та женщина была такая некрасивая, что ей, они не сказали ей имя, но что ей нужно было покупать любовь мужчин за дорогие подарки и машины, жалко такой женщины. И она могла подарить деньги детскому дому, сиротам. Нет, она подарила красавчику, миллионеру. Ничего за это не хотела. А сколько таких богатых женщин, что ничего не хотели за это? Подумайте об этом. И когда вы критикуете Разина, но вы не видите, что Шатунов не подарил ни рубля на похороны Саши Прика, его песни он пел, что он не помогал своему другу с детства, с Сергею Серкову. Это для вас нормально? Да, Шатунов был красавчик, да, у него был талант, но так человек, он нехороший. Я не завидую его. Ни вдове, я не завидую ему ничего. Я не люблю проститутки. И не понимаю таких людей, которые возвращаются так любить только богатых. И такие поклонницы господина Разина, они там пишут, какой он гений. Но они это пишут, потому что они чувствует деньги, потому что он богатый. Когда он бы не был богатый, все эти женщины... А и его друзья, они никогда не скажут, ты сделал ошибку, Разин. Но он бы видел в таком человеку своего врага. Он просто такой. А он не уважает честных людей, он любит людей, которые лгут ему, врют. И которые фальшивые, и такие глупые женщины, у которых нет мозга, а которые только пишут, о, да, ты всегда хороший, все, что ты делаешь, это хорошо, и когда ты проклинаешь людей, это хорошо. Ну что бы вы думали о такой женщине? Мозга у нее нет? Она такая глупая? Нет. Она чувствует деньги? Она такая проститутка, что чувствует деньги и будет ему рассказывать, как он хороший всегда, потому что он богатый. Это не ваши деньги, это не ваше дело, чтобы вы возвращались, чтобы вы так уважали чужие деньги. Свои деньги уважайте и себя.